Доброе утро. Сегодня 31 августа. У нас за сутки выявлено всего 41 случай новой коронавирусной инфекции. Также большинство случаев зафиксировано в городе Якутске. Их сегодня 19. В Мирнинском 6 случаев, в Ангаласском 3 случая, в Алданском, Ленском, Нерюнгринском по 2 случая, в Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Аймиконском, Оленёхском районах зафиксировано по 1 случаю. Также мы продолжаем работу по выявлению ближайших контактов, взятие их на учет и на амбулаторное наблюдение, либо на помещение в стационар. За сутки сделано уже 3800 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего за весь период мы сделали практически 381 тысячу тестов. Сегодня основным этапом, конечно, это ситуация по завтрашнему дню. Это первый раз мы идем в новой ситуации в школу, в детские сады. Мы считаем, что мы готовы, но посмотрим, какие испытания нам сегодня принесут. У нас большая готовность, в том числе по запуску тепла в детские сады и в школы. Это сегодня на особом контроле. Наша самая главная задача, чтобы дети у нас пришли в теплые помещения, не успели заболеть, и мы успели провести всю ту же нашу прививочную кампанию, которую мы запланировали до 15 октября, привить 60% населения от гриппа на территории Республики Саха-Якутия. Учитывая, что сегодня в республике ситуация стабилизировалась, и она в таком темпе идет практически вторую неделю, под штабом было принято решение о том, что мы брифинги будем теперь проводить еженедельно, то есть один раз в понедельник, а всю информацию точно так же каждый день будем выкладывать на наших официальных сайтах. Это САКОГОВ, телеграмма перштаба, ЯСЕА и на всех правительственных каналах. Спасибо большое.